Под бурные аплодисменты зрителей уходили сегодня со сцены Осетинского театра актеры Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Костафи Тагурова. С творчеством коллектива осетинская публика знакомилась в течение 5 дней. Премьерный показ «Фатимы» постановки режиссера Тамерлана Дзуцева, 4 комедии и спектакли для детей. Зритель высоко оценил талант и мастерство актеров. У театра богатая история, крепкие дружественные связи с коллегами из Северной Осетии. В апреле следующего года коллектив Осетинского театра посетит Южную Осетию с ответными гастролями. Режиссера Багаты, это катошному пацану премии лауреат Якойду Роза. Она Мадана Сыгуревич Баракон Амалабон. Это катошному хушарившему пацану драму театра Гастроу Татханге Ногой Хонан Сенама на республике культуры министр Увалте Эльбруса. Искренний
зрительской любви. Художественный руководитель Всероссийского государственного академического театра имени Павла Хабсаева, народный артист Северной Осетии Владислав Кольев. Что будет, когда ты самого